Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова готовится к одному из главных турниров сезона. Тольяттинские гандболистки сыграют за юниорскую сборную России. Самарские хоккеисты заменят Сахалин на Кубке Дизеля. Состав участников традиционного турнира Кубок Дизеля в 2017 году изменился. От выступления на соревнованиях отказался хоккейный клуб «Сахалин». Это связано с тем, что чемпионат Азиатской лиги начнется раньше обычного расписания. Вместо выбывших сражаться за кубок будет новобранец высшей хоккейной лиги самарский ЦСКА ВВС. В турнире также примут участие ХК «Рязань», ХК «Саров» и «Дизель». Соревнования пройдут с 24 по 26 августа 2017 года, сообщает официальный сайт самарского клуба. Три игрока гандбольного клуба «Лада» – Елена Михайличенко, Алена Саушкина и Оксана Устимчук – получили вызов в юниорскую сборную России для участия в поездке в Испанию. Команда 4 июля собирается в аэропорту Шереметьево и вылетает оттуда к месту проведения двух контрольных матчей с испанскими сверстницами. Состоятся они 5 и 6 июля в городе Сьюдад-Реаль в рамках подготовки к чемпионату Европы среди гандболисток не старше 17 лет, который будет проводиться в словакском городе Михайловце с 10 по 20 августа. Не исключено, что к нынешней тольяттинской троице в сборной Ю-17 на каком-то этапе добавится из числа одноклубниц еще 1-2 игрока. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Исборне уступила местной обладательнице уайлдкарт британке Хитер Уотсон со счетом 4-6-3-6. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Анастасия, занимающая 17 место в рейтинге WTA, исполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 1 брейкпоинт из 3 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Правда, расстраиваться поражению придется недолго. Уже завтра волжанка сыграет в первом круге старейшего теннисного турнира, открытом чемпионате Великобритании в Уимблдоне. В стартовом матче ей будет противостоять Арина Родионова из Австралии. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!